Сегодня мы приготовим сырные крекеры с помощью блендера Vitec VT3406. Нам потребуется 100 грамм сливочного масла, 1 яйцо, 40 миллилитров молока, 1 стакан по 250 миллилитров муки, 190 грамм твердого сыра, 1/4 чайной ложки соли и 3 чайной ложки кунжута. Сыр необходимо натереть на мелкой терке. Сливочное масло растопить на водяной бане, налить масло в стакан блендера. Добавить яйцо. Взбивать венчиком на первой скорости 30 секунд. Затем необходимо добавить соль, молоко и просеянную муку. Еще раз взбить венчиком 45 секунд. Далее необходимо добавить тертый сыр, 2 чайные ложки кунжута и перемешать насадкой блендером. Собрать насадку для приготовления печенья. В форму поместить фиксатор. В колбу вставить фиксатор и закрепить ее, повернув в указанное на колбе направление. Наполнить колбу тестом. Поршень накрутить на ось. Вставить ось вовнутрь колбы более длинным концом вниз. Установить редуктор на моторный блок. Колбу установить редуктор так, чтобы ось была вставлена в отверстие редуктора. Противень застелить бумагой для выпечки. Формировать печенье, нажимая на кнопку первой скорости в течение 5 секунд. Сформированные крекеры посыпать кунжутом. Выпекать крекеры при 190 градусах Цельсия 20 минут. После чего оставить их еще на 10 минут в духовке. Сырные крекеры готовы. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.